Впервые в Караганде работники системы социальной защиты населения празднуют профессиональный праздник. За личный вклад в социально-экономическое развитие города более 20 человек были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Труд работников социальной защиты представляет собой оказание помощи одиноким пожилым людям, детям-сиротам, малообеспеченным семьям, тяжелобольным людям, инвалидам, а также тем, кто оказался в других критических ситуациях. Они одним из первых приходят на помощь малообеспеченным и слабозащищенным людям. В социальной сфере я проработала 12 лет. И хочу сказать, что были и хорошие моменты, были и трудности в социальной сфере. Но прежде всего была забота о престарелых наших ветеранах, пенсионерах, участников войны. Результаты работы сферы социальной защиты общепризнаны мировым сообществом, международными организациями и дают возможность быть примером для многих государств. Сегодня в Казахстане в сфере систем социальной защиты граждан трудится около 50 тысяч сотрудников, а в Караганде их число составляет более 300 человек. Я этим довольна, что последние годы я посвятила работе по социальной защите населения. В честь профессионального праздника работников системы социальной защиты населения был организован праздничный концерт. За личный вклад в социально-экономическое развитие города более 20 человек были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, а также ценными подарками. Нурила Туржан, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.